Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Смирнова, я сетевой предприниматель, и сегодня я расскажу вам о главном инструменте сетевого предпринимателя. И как вы думаете, что это? Конечно, это список. Это золотой актив сетевого предпринимателя. Это тот инструмент, благодаря которому вы построите многотысячные команды и будете иметь очень хороший доход за то, что вы продвигаете идею своей компании в жизнь. Не относитесь к этому несерьезно. Просто возьмите тетрадь, и запишите в нее всех людей, которых вы знаете. Обязательно укажите телефон, если вам известен. Дальше оставьте место для того, чтобы записывать результаты звонков или встреч. Потому что бумага выдержит все, а наша память не может... тратить свою энергию на то, чтобы вспоминать, кому позвонить, зачем позвонить, что сказать. А в вашем списке уже это все будет заполнено. Поэтому обязательно обратите внимание еще раз, что главный инструмент сетевого предпринимателя – это список. Я, когда начинала сетевой бизнес, я в это не верила. Но я написала список, и самое главное, знаете что? Те люди, которые, мне казалось, поддержат меня, будут со мной в команде, они просто остались потребителями. Но ко мне пришли люди с такими же именами и фамилиями, но такого я очень сильно рассчитывала, да, которые стали моими надежными партнерами. Это просто какая-то магия списка. И поэтому в начале своей деятельности обязательно вспомните всех своих знакомых, школьных друзей, преподавателей, с кем ходили в садик, с кем учились ваши дети, внуки, всех, врачей, парикмахеров, маникюр, педикюр, мастеров маникюра, педикюра, всех без разбора вносите в этот список, даже если вы сейчас не знаете их там номер телефона, потеряли с ним связь. Когда вы их занесете в список, поверьте мне, эти люди появятся на вашем жизненном пути, потому что вы туда направите свою энергию. Вообще список – это магический инструмент сетевого предпринимателя, и я вам всем рекомендую его иметь и, самое главное, постоянно пополнять. Все, с кем вы знакомитесь, заносите в этот список. И тогда у вас не будет времени на размышления, кому позвонить сегодня, кому рассказать о нашем бизнесе. И самое главное, все ваше окружение должно знать о вашем бизнесе, о том, что вы в компании Greenway. Да? Потому что чудеса происходят разные. И вот сейчас, спустя 5 лет, ко мне очень многие люди приходят за продукцией Greenway или изменились жизненные обстоятельства, и они заинтересовались бизнесом. Поверьте, список – это рабочий инструмент, который работает очень и очень классно.